Здравствуйте, с вами снова я и Финляндия. Начинала снимать вам видео, но позвонила моя дочь Наталья, мы с ней поговорили немножко, и теперь вот я вам снимаю заново. Сегодня последний вторник месяца, обычно всегда у нас в последний день месяца, без разницы, какой день это попадется, в одной из церквей раздают бесплатные продукты. Ну вот и я туда сходила сегодня, сейчас я расскажу и покажу, что мне сегодня там дали. Ну вот, начнем вот таких вот три упаковки булочек. Такие сдобные булочки с ванильным кремом. Вот их три штучки здесь, вот они, три упаковочки стоят. Потом рядышком вот виноградик. Вот молочко красное. Я обычно красное не покупаю, но если дают, то беру, потому что оно жирное, там 3,5% жирности. Вот помидорчики в пакетике. Вот такие вот помидорчики, сейчас вот я попробую разорвать и достать их. А такие, неудобно мне одной рукой, но вот такие вот, знаете, вот на веточках такие помидорчики. Вот две упаковки салатика. Вот такой салатик и вот такой салатик. Вот такая вот упаковочка, это куриные ножки. Вот, сейчас я вам скажу даже сколько здесь. Здесь кило 530. Вот. Дальше вот такой вот творожок. Такой пресный творожок. Просто я с него обычно запеканку делаю. Вот. Вот такой вот сыр Кастелла. Я вот его перевернула этой сторонкой. Вот видите, вот этот сыр Кастелла. Это вкусный сырок, и он сверху притрушен черненьким перцем. Вот теперь два вот таких вот. Это такой вот соус. Для курицы соус, но он очень острый, я его не ем, это у меня муж ест. Вот. Вот такой творожок. Вот до 1 числа. Вот такой творожок. Лимонный. Вот такие вот сливки. Вот как их поставить сюда. Ага, вот они, сливки. Видите, до 4 числа. Вот срок годности. И вот такая упаковочка картошки. Обычная картошка. А, написано муссиперно. Это для пюре. Она, значит, хорошо разваривается. Там еще и пюрешка нарисована. Сейчас еще возьму один пакет. Поставлю его и с него буду доставать и вам показывать. Вот. Вот такая вот консерва. Вот такая вот консерва. Это свинина с говядиной. Это даже не консерва, я неправильно сказала. Это тушенка. Вот такая каша. Это обычная овсяная каша. Видите, вот такая вот, 750 грамм такой пакет большой. Вот такие макарошки. Вот написано паста. Такие макарошки. Здесь полкилограмма. Вот, вот их у меня, сейчас я вам покажу, сколько. Вот еще один, вот еще один, и вот еще один. В общем, три пакета я взяла. Можно было дополнительно брать еще, но я не захотела. А, нет, не три, вот еще один, четыре. Я просто не заметила. Один, вот еще один, четвертый. Получается, вот четыре пакета этих макарошек. Ну, у меня муж их хорошо ест, да я и сама их люблю. Они когда варятся, они такие белые-белые, такие вкусные-вкусные. Вот еще одна баночка такой же. Это тушеночки. Сейчас я эту кашу уберу. Вот сюда эти баночки поставлю. Вот они, две баночки тушеночки. Это такие вот, не знаю, как вам правильно сказать по-русски, наки корпуя. Это такие хлебушки с темного хлебушка. Они такие тоненькие-тоненькие пластики. Ну, вот на них можно вот там нарисовано сыр положить, зелень какую-то, помидорчик. Вот. И вот эта вот пачка сухого молока. Вот я ее наверх сюда поставлю. Вот фирма Валио, это наша финская фирма. Вот такая вот. Здесь, по-моему, 400 грамм. Да, здесь 400 грамм. Вот если вы видите, 400 грамм. Сухое молоко. Я такое молоко везде ложу.
Вот. Это еще какой-то творожок. Вот это вот и все. Вот такие продукты. Вот это дают бесплатно. Раз в месяц получается в этой церкви. Ну, кроме этого, еще есть другие места, куда можно ходить и точно так же получить продукты. Вот. Но обычно на лето закрывают много именно вот этих вот раздач продуктов. Церкви будут работать, а продукты, они, эти места будут закрыты. Будет одно единственное место работать. Я туда тоже хожу. Вот там, конечно, будет много людей, но все равно там будет очень много продуктов. Ну, на этом, пожалуй, все. С вами была я и Финляндия. Подписывайтесь на мой канал, если вам нравится то, о чем я рассказываю. Подписывайтесь на канал моей дочери Натальи. Всего вам хорошего. Пока-пока. До новых встреч.